يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم уважаемые братья и сестры рады приветствовать вас на нашем телеканале Hadi TV 3 на нашей передаче которая посвящена этому великому месяцу месяцу Рамазан и специально по поводу наступившего месяца Рамазан у нас сегодня в студии уважаемый Худжатул Ислам валь Муслимин шейх Курбан ассаламу алейкум шейх Курбан алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух шейх Курбан хотелось бы в начале нашей передачи рассказать о предыдущей передаче, о чем мы говорили, и как бы подытожить это все. Мы поговорили о том, что нужно прилагать усилия, чтобы то или иное скверное деяние не вошло нам в привычку. Также мы указали на хадис, в котором говорится, что во время месяца Рамазан открываются двери рая, а также закрываются двери ада, и при этом шайтан, он скован в цепях. И для верующего человека, как бы человек, который обладает верой, находится в безопасности от шайтана. И хотелось бы продолжить наш разговор на данную тему. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين Я приветствую дорогих зрителей Hadi TV 3. Мы говорили о том, что этот месяц является месяцем безопасности. Это некая такая долина безопасности, находясь в которой человек может себя обезопасить. Но не только обезопасить от прошедших, от прошлых грехов, от грехов, которые уже совершены им. Но и, что самое важное, может этот месяц является возможностью, как сказано в молитвах от непорочных, как сказано в молитвах, этот месяц является возможностью оградить и застраховать себя от тех ошибок, от тех грехов, которые могут быть совершены в будущем. То есть именно в этот месяц, через познание священного Корана, через чтение священного Корана, через размышление над священным Кораном, через предание себя Богу, через предание себя Ебу халифам, именно с этого должно начинаться предание себя Богу, через предание, покорность и смиренность перед его халифами и наместниками. Через это должно начинаться покорность и предание себя Богу. И через это человек может в этот месяц. В этот месяц все служит для этой цели. В этот месяц Всевышний осыпал своих рабов, осыпает своих рабов дарами, духовными дарами, которые дают ему такую возможность. Возможность оградить себя от будущих грехов, заработать и достичь духовного положения, когда он избавляется от груза прошлых, прошедших грехов, что еще важнее, ограждает себя от будущих грехов. И мы в связи с этим приводили предание, где говорилось о том, что где этот же смысл мы наблюдали в других деяниях. Например, во время хаджа паломники, совершающие паломничество к Дому Бога, они тоже обладают такой возможностью оградить себя. Часть, как сказано в предании, часть паломников получают прощение не только совершенных грехов, но и будущих грехов, что означает, что эти люди ограждают себя посредством той любви, того,
той просвещенности, которую обретают, они ограждают себя от будущих грехов и будущих ошибок. И даже более того, в предании сказано «Хуббу алийин хасанатун ла ядурру мааха сайя». Любовь к Али ибн Абу Талибу, алейхиссалату вассалам, который был одним из наместников и халифов Аллаха на земле, одним из дверей к любви и к довольству Аллаха, одним из прекраснейших примеров для подражания, одним из сакалейн, одним из ценностей ислама, Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, одним был, как сказано в предании, «Ма антахура», был чистой водой, той самой водой, тем самым очистителем, через который человек может очистить себя, тем, что тем, с помощью чего Всевышний очищает верующих. В этом предании сказано «Хуббу алиен», любовь к Али, алейхиссалату вассалам, «Хасанатун» является достоинством. «Хасанатун» является достоинством. «Ла ядурру мааха сайя», которому достоинством, которому не вредит, не вредят скверные поступки, не вредят плохие поступки, не вредят грехи. «Сайя». И это предание имеет то же самое значение. Что это означает? Это можно понимать по-разному. Это можно понимать, скверно понимать, а можно хорошо понимать, так как нужно понимать. Скверно, как можно это понимать? Это понимать можно следующим образом, что если человек испытывает любовь к Али ибн Абу Талибу, алейхиссалату вассалам, то эта любовь приведет его в рай. То есть он получит рай, даже если совершит самые ужасные поступки, даже совершит грехи. Поскольку бы он не совершал грехов, он благодаря этой любви заслужит вечное блаженство. Но на самом деле смысл этого предания не в этом. В этом предании говорится, что это достоинство, которое ограждает человека от плохих поступков, которая защищает человека от плохих поступков. Именно поэтому в преданиях от имамов, от непорочных имамов, мы встречаем очень часто утверждение о том, что не являются эти люди, не являются грешники нашими шиитами, нашими последователями. А кто такие шииты? Шииты – это те, которые в первую очередь испытывают любовь к этим людям, к Али ибн Абу Талибу, алейхиссалату вассалам. Любят его, пропитаны любовью к нему. А если человек совершает грехи, то значит, эта любовь или слабая, или ее не существует. И поэтому «Хуббу алийен хасанатун ла ядурру мааха сайя», то есть любовь к Али ибн Абу Талибу, алейхиссалату вассалам, является достоинством, которому не вредят плохие поступки, которому не вредят грехи. Это означает, что любовь по-настоящему, истинная любовь к Али ибн Абу Талибу, алейхиссалату вассалам, познание Али ибн Абу Талибу, алейхиссалату вассалам, познание его положения перед Богом, познание его достоинств, это достоинство для верующего, которое ограждает этого верующего от совершения скверных поступков, от совершения грехов и ошибок. Почему имам Али играет такую важную роль в очищении человека? Дело в том, что Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, так же, как и другие имамы, так же, как и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, является наместником Аллаха на земле. Он является олицетворением всей той красоты, всех тех достоинств, которые доступны человеку. Это совершенные люди, а совершенство, человеческое совершенство обретено этими людьми. Эти люди обрели это совершенство, человеческого совершенства. И поэтому, и они очищены, это чистые. «Иннама юриду Аллаху лиюдхиба анкум риджса ахли аль-бейт ва йутаххиракум татхира». Они очищены, это очищенные люди. Они очищены от ошибок, они очищены от грехов.
от всего скверного. Они являются очистителями. Каким образом? Они очищают других, очищают верующих тем, что они впитали в себе все достоинство, все самые возвышенные качества, которыми может обладать человек, которые доступны человеку. И любовь к ним, к этим наместникам и халифам Аллаха на земле, которые олицетворяют его волю на земле, которые выражают его волю на земле, любовь к ним – это любовь к тому совершенству, к которому человек должен стремиться. К тому совершенству. То есть когда мы с вами призываем к достоинствам, это одно. Почему? Потому что мы можем и не обладать, и в большинстве случаев, к сожалению, не обладаем этими достоинствами, которыми и сами призываем. Верно? А они не просто призывают, они олицетворяют эту красоту, это величие, это совершенство, эти достойные качества. Они впитали в себя эти достойные качества. И любовь к ним – это не просто формальная любовь к совершенству, это любовь, реальная и самая настоящая любовь и стремление к совершенству. И ненависть к греху, ненависть и презрение ко всему низменному. Почему? Потому что они олицетворение совершенства, и они очищены от всего низменного, очищены от грехов, от ошибок. Именно поэтому, и это не касается только Али ибн Абу Талиба, алейхиссалату вассалам, это касается всех наместников и халифов Аллаха на земле. Любовь к ним – это своего рода страховка. И поэтому в этот месяц, особенно в месяц Рамадан, нужно стремиться к этой любви, постижению и получению и достижению этой любви и познанию халифов Аллаха на земле, к познанию посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и непорочных имамов. Ибо в этом месяце эти деяния, эта любовь обретает особенную значимость, обретает особый вес. И поэтому в этот месяц нужно стремиться к достижению этих благодетелей, и стремиться к тому, чтобы то, о чем мы говорили, возвращаясь к нашей теме, говорили о том, чтобы достичь того положения, когда человек не только очищается от своих прошлых грехов, совершенных грехов, но и обретает состояние и духовное состояние, которое не позволяет ему в дальнейшем совершать ошибки и грехи. Уважаемый шейх Курбан, вот вы сказали, что в хадже люди делятся на две группы. Людям, которым прощаются прошлые грехи и будущие, во второй группе, например, прощаются только прошлые грехи. Почему такая разница существует? Из-за чего? Ну, опять-таки, качество. Сделали ли те, которые люди, они не знают, что-то они особенное такое сделали, либо что-то еще? Ну, люди, конечно же, не равны между собой. И степень просвещенности, это во-первых. Во-вторых, степень искренности. Искренность и просвещенность у людей разная. И, конечно же, те люди, которые совершают свои благие поступки, благие деяния, в том числе и паломничество, с наибольшей искренностью совершают. Очень много людей, как бы вы затронули этот вопрос, очень много людей отправляются на хадж, к величайшему сожалению, исключительно ради того, чтобы выполнить называли долг. Его хаджи, например. Ну, есть другие причины. Ну, например, самое называют его хаджи, ему нравится, что его хаджи называют. Но эта цель, она, конечно же, и это намерение, оно мешает этому богослужению, этой церемонии, мешает, искренности мешает. И, конечно же, качество паломничества страдает. И некоторые люди, наоборот, они могут вполне искренне это совершать, но осознание и просвещенность, и понимание того, что на самом деле из себя представляет этот обряд паломничества, и вообще, где он пребывает, и перед кем он пребывает, то есть просвещенность,
сознание, осознание того, что он совершает, осознание собственных деяний, этого совершения, осознание совершенного деяния разное, и, естественно, награда, та награда, которую он получает за это, то, что он обретает вследствие этого богослужения, оно, естественно, тоже разное. Уважаемый шейх Гурбан, большое спасибо, но мы вынуждены прерваться на короткую паузу, после чего мы вернемся. Ну а вас я прошу, уважаемые телезрители, оставаться с нами, не переключайтесь, мы вернемся после короткой паузы. Снова ассаляму алейкум, уважаемые братья и сестры. Напоминаем, что у нас в студии уважаемый худжатул ислам валь муслимин шейх Гурбан. И вместе с шейх Гурбаном мы поговорили о важности любви Ахли Бейта. Также шейх Гурбан нам рассказал, что насколько важна эта любовь к Ахли Бейту и принятие их руководства. Также мы затронули тему про хадж и рассказали, что люди, которые идут в хадж, делятся на две группы. Первая группа, то есть Бог прощает им грехи в будущем и в прошлом. А вторая группа, как следовательно, прощаются грехи только в прошлом. И этой причиной этого является искренность и намерение человека, насколько он искренен к Богу. И также хотелось бы спросить, уважаемый шейх Курбан, про есть ли какие-нибудь другие особенности у месяца Рамазана? Мы говорили о том, что месяц Рамадан является месяцем чистоты, шахрут-тухур, является месяцем прощения, шахруль-мауфира. И также этот месяц назван Шахр-Лу-Киям. Если переводить, в будущем мы попытаемся разъяснить, что это означает, месяцем стояния. Обратите внимание, в этих вещах этот месяц очень похож на обряд хаджа, на паломничество к дому Бога. Обратите внимание, во время паломничества шариат возлагает на паломника определенные, то есть после того, как он стал уже паломником, когда он уже вошел в обряд, начал обряд паломничества, то он обретает особые условия. Шариат обременяет его особыми условиями, которыми не обременяет его во всех остальных случаях, до этого, до паломничества или после паломничества. Например, одежда должна быть максимально простой. То есть та одежда, которую должен носить паломник, она должна быть максимально простой. И множество других. То есть он все то, чем обязал Бог паломника, все это нацелено и направлено на то, чтобы отдалить, хотя бы ненадолго, но отдалить человека от всего мирского. В том числе даже самого благородного и благодетельного. И направить все его внимание, все его стремления направить к Богу. И весь обряд хаджа направлен именно на это. Весь обряд хаджа устремлен именно на то, чтобы человек полностью посвятил на протяжении этих дней
эти дни, на протяжении которых он совершает свое паломничество, чтобы на протяжении этих дней он полностью себя посвятил Богу. И именно в этом смысл слова «аль-киям». Мы, конечно, опять-таки, у этого слова есть самое поверхностное значение, которое, как правило, и понимается. Например, ночная молитва, то есть человек встает ото сна. Киям переводится в словарное значение его, то есть это стояние. Стояние. То есть, чтобы совершить молитву, ему приходится вставать, совершать стояние. Но у этого слова есть и другое значение, не противоречащее первому, но намного более глубокое и значимое, а именно то, что человек стремление устремляется, встает и направляется в сторону Бога и оставляет позади все мирское. И в этот месяц нужно, этот месяц, который является Шахр-уль-Киям, человек также должен, и особенностью этого месяца является то, чтобы человек, и желательно, чтобы человек полностью устремил все свое внимание, все, все свои желания, все свои стремления направил в сторону Бога и оставил позади, отвернулся. Как человек, который встает на молитву, отворачивается ото сна, оставляет сон и направляется к Богу, также человек, постящийся, должен оставить позади, должен отвернуться от всего мирского, от всего мирского и направить свои, свои желания, свое внимание в сторону Бога, достижению близости с Богом, достижению приближения к Богу. И, конечно же, в этом месяце все, все возможности и все средства для этого имеются. Всевышний этот месяц является месяцем Бога, Шахр Рамадан. Обратите внимание, Рамадан является именем Бога. И поэтому неправильно этот месяц называть Рамадан. То есть нельзя сказать Рамадан. Говоря об этом месяце, нельзя говорить Рамадан. Потому что Рамадан – это Бог. Это имя Бога, одно из имен Бога. Да. Правильнее говорить месяц Рамадан. Шахр Рамадан, то есть месяц Рамадана. То есть месяц Бога. Этот месяц является месяцем Бога. И в этом месяце Всевышний расстилает перед людьми угощения, духовные дары свои, духовные угощения, которые служат именно этой причине. Они, духовность их заключается именно в этом, именно в том, что мы не сможем просто глазами это увидеть, не сможем это взять и потрогать, духовность это, но они не менее реальны. Они реальны, они реальнее, намного реальнее всего того, что мы можем увидеть этими глазами и всего того, что мы можем потрогать. И эти духовные дары, которыми одаривает в этот месяц Всевышний, они служат именно для этой цели. Они благоприятно способствуют, благоприятно влияют к тому, чтобы человек мог забыть, отвернуться от всего мирского, который является своего рода бременем для человека, и направил свое внимание и все свои устремления направил в сторону Бога, достижение Его довольства, достижению любви к нему. Это одно из особенностей этого месяца. И, конечно же, опять-таки, не нужно забывать о самом поверхностном значении слова «киям», «шахр-ль-киям», и необходимо стремиться, в том числе и к ночным молитвам, к тому, чтобы совершать множество, уделять как можно больше внимания богослужению, совершению обрядов, молитвы, дуа, обращений к Богу. И об этом не нужно забывать. Но важнее этого, то, чтобы человек освободил свои мысли, освободил свои устремления. Обратите внимание, человек, который совершает молитву, очень многие из нас, очень многие, и очень часто, к сожалению, мы, когда встаем на молитву, это киям. То есть, что это означает? Это означает, что мы должны во время 5 раз в день
на 5 минут или 6 минут, сколько совершается молитва, на это время 5 раз в день на 5 минут должны забыть о всем мирском и полностью должны предать себя Богу, и полностью должны впитать и должны утонуть в мыслях и стремлениях к Богу. Но при этом это называется гьям, то есть человек встает. Но при этом, к сожалению, многие из нас поступают совершенно наоборот. То есть если мы вне молитвы, например, можем себе позволить расслабиться, можем позволить себе немножко отдохнуть от мыслей, от мыслей о мирских своих заботах и проблемах, то вставая на молитву, начиная молитву, начинаются как раз таки мысли об этом, мысли о том, что было сделано, что нужно сделать, что не успели сделать, мысли о проблемах, о заботах мирских, то есть это ошибка. Человек должен тренироваться, человек должен стремиться, это подвижно тренировке. Должен тренироваться, чтобы в молитве забыть обо всем мирском и полностью направить свои стремления и свои мысли и свое внимание к Богу. И точно так же в этом месяце, месяц Шахр-ул-Кьям, да, вот это месяц, это означает, что этот месяц является месяцем поклонения, совершения религиозных обрядов в виде молитвы и других благих поступков, благих деяний, которые установлены шариатами, которым призывает исламский шариат. Но важнее этого то, чтобы человек забыл мирское и направил свое стремление, свое внимание к Богу на протяжении этого месяца. Уважаемый шейх Курбан, хотелось бы, отвлекаясь от нашей темы, хотелось бы задать такой вопрос. Есть ли какие-нибудь специальные молитвы, которые бы совершались в месяц Рамазан? Конечно, огромное количество молитв существует, которые, в частности, имеются ежедневные молитвы, то есть на каждый день месяца Рамадан имеется своя молитва. Если я не ошибаюсь, могу ошибиться, если ошибаюсь, поправьте, в перерывах, насколько я знаю, именно эти молитвы и демонстрируются в перерывах этих передач, хотя я могу ошибаться. Но если бы они демонстрировались, было бы вполне уместно. Помимо этого, имеется молитва, называемая Джоушан аль-Кабир. Великая броня переводится. Это очень действенная, очень хорошая молитва, которая читается... Кем она совершалась? То есть, хотелось бы, вот, если уже входя в эту тему, вот, расскажите нам, с кем она совершалась впервые и откуда эта молитва досталась нам? Эта молитва, конечно, от непорочных, вне всякого сомнения. Впервые я, к сожалению, не смогу на это ответить и не смогу сказать, кто впервые прочитал эту молитву. Это сложно сейчас так сказать. И я не знаю, имеются ли такие исследования исторические. Имеются и другие молитвы, очень много молитв. Множество молитв, необходимо обращаться к сборникам молитв. Например, «Мафатихуль-Джинан» имеется. Конечно, сложновато русскоязычным верующим, мусульманам, русскоязычным иметь доступ к этим молитвам, но все-таки нужно стремиться хотя бы учиться читать эти молитвы, учиться читать на арабском языке, потому что эти молитвы необходимо читать именно на арабском языке. И огромное количество молитв, и в том числе самые простые, которые доступны каждому человеку, это ежедневно, они небольшие по объему. Ежедневно, то есть на каждый день имеется 30 молитв на каждый из дней месяца Рамадан. Большое вам спасибо, уважаемый шейх Курбан. К сожалению, наше время подошло к концу, и мы прощаемся с вами на этом. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракату. Ну а мы подводим итоги нашей программы, нашей передачи. Уважаемые телезрители, прежде чем попрощаться, хотелось бы вам пожелать силы и веры, любви к Богу и близким, также милости Аллаха и деяний по зову сердца. А на этом мы с вами прощаемся. Ассаляму алейкум ва рахматуллах.
درجاتي ولي الحسنات.